Всем привет, это канал Security. Сегодня мы с вами играем в игру под названием Ебони. И про что она, что тут делать, я сам не знаю. Так что мы вместе с вами сейчас будем это и узнавать. В принципе, так, на циферки нажимаю. Вот всякие предметы у нас, видимо, должны быть появиться. Тут достаточно темно. Ярче, к сожалению, я сделать не смогу, потому что в самих настройках игры... Ой, куда это я? Ой, я, похоже, куда-то зашел. Потому что я сейчас пока управлять не могу. Сейчас посмотрим, куда это нас приведет. Ой, что это такое? What the hell is that? Я думаю, что я схожу с ума. Короче, я там что-то ходил, и так это с... главным... Это было, походу, какое-то меню просто обычное. И... типа, проверял качество там. Прикольный телевизор, можно пользоваться. Что-то у нас еще интересное есть. Там шкафчики открываются. Настройки меняются, не меняются? Нет, так же все и стоит. Никак не изменить, к сожалению. Так, надо звук выключить, а то меня вообще не слышно. Вот, супер. Не знаю, как будет громко слышно или нет, потому что здесь звук вообще не настраивается, это стрёмно. Надеюсь, нормально все запишется. Итак, я не думал, нужно где-то определить дневник. Чтобы выбраться из проклятого... вот задание. Выбраться из проклятого дома моей бабушки. Так, тут сразу у нас... это новая игра, если что, и нас, походу, сразу в эпицентр кидают. Толком не объясняю, что случилось. Что происходит вообще. По описанию я вроде как читал про эту игру, там что-то там главный герой бабушка умерла и оставил ему вот этот дом. Он приехал сюда посмотреть, что за дом, как он там. Ну чё, кассетка, сейчас посмотрим. Ну и вот приехал сюда, тут какая-то хрень, типа, творится ничего. Все выйти не могу. Ой, мама. Какая-то хрень! Вы видели это? Может, спрятаться можно? Тут какая-то наверху что-то там... наверху что-то мелькает. Ладно, я спрятал кассету, посмотрю. У нас тут... давай, как ставить кассету? Странно, кассета. Вот. Посмотрим. Что за видюшка тут нам покажет? Давай, запускай. Я же нажал плей. Ладно, жутко. Выключу это. Пойдемте попробуем пройти с вами. Может, там по-тихому надо пройти просто. Он здесь. Перевод. Ой, стой, кто здесь? Блин, из этой квартиры вообще возможно выйти или нет? Диктатор. Он говорит, ты кто такой? Ладно. Кто за хрень? Ты кто? Отстег! Ну все, что ли, уже умер? Ну что вообще происходит? Я же тут игру начал. Пробуем сейчас по быстрому пробежать. Беги! Че, вообще хрен знает, что делать надо? What the hell is that? Сейчас попробуем. Давай, закрой дверь! Дверь закрой! Да что ты закрывал? Ты же не раз закрывал! Нормально! Попробуем. What the hell is that? Вот так вот. И сразу дверь закрой! Закрывай дверь! Закрывай дверь! Дверь закрой! Закрой дверь! А, блин! Закатка какая-то, типа того, что-нибудь, или что-то сделать надо. Какой-то чё, спички? Блин. Детская сетка я ловил, по-моему, здесь я нашёл. Вот она. Отлично, отлично. Там дальше уже все пусто. Давайте ставим кассету, может, там что-то даст. Пускай она там играет пока, я тут пока смотрю другие шкафчики, может, я что-то пропустил. В принципе, я не глядя, просто нажимал все подряд. Только не смотрел ничего. Диктатор. Так, он где-то слева идет. Может, вот это наш шанс раз пройти. Здесь. Уйди, уйди, уйди. Закрывай дверь. Закрывай. Как только я выхожу, это в самом начале он вот так вот какую-то хрень делает. Он здесь. Все стоит на месте. Диктатор. Так, видюшка, что? А, я
Ой, не нажал. Ну тут реально нечего сделать. Может досмотреть до конца это видео надо? Ну один, блин, капец. Страшно. Надо прислушаться к звукам, блин, сейчас. Он где-то вон там сейчас, справа. Может, если видео включить, он меня не заметит? Нелогично вообще, конечно, будто. О, что-то есть уже. Раз, для зажигалок, отлично. Блин, дверь не открывается. Беги! Беги, говори, говори! Я же закрыл! Дверь умеет открывать, чё, тварь! Тварь, дверь умеет открывать. Походу, эту игру невозможно пройти. Сейчас еще попытаюсь, конечно. Надо идти, короче, подожди, когда он вправо туда пойдет, и пойти влево. Может, тогда этот, что-нибудь, да, этот. Ну, может, дальше я смогу пройти. А пока соберу тут валяться. Кассету можно не брать, все равно он ее в видик ставит. Там и остается потом. Так, он пока все еще с той стороны. Надо подождать, когда он туда придет. Диктатор. Да, где-то здесь. Сейчас я как раз пойду на него. Диктатор. Вот, можно открывать. Блин. Пугал эта хрень. Здесь. Не написали, он здесь. Так. Куда-то ушел там. Надеюсь. Он здесь идет на лестнице. Ау, успел. Он дверь открыл. Твою мать, он еще и дверь умеет открывать. А, во-во, я пробежал мимо него. Супер, супер, надеюсь, он догонится. Я быстрее тебя бегу, я Супермен. Открывайся, дверь. Закрыто, блин, куда бежать-то дальше? Ой, я весь дом посмотрел, зато хотел. Так, дверь закрыта вроде тоже, да? А может и нет? Еще раз попробовать. Вон мы умеет другие двери закрыть. Столы, то есть. Обходить столы. Столы умеет обходить. Уйди нафиг. Ой, застрял, чуть не застрял в стуле. Я чуть в стуле не застрял, уйди. Не, нас не догонят. Надо быть догонялки, надо. Ой! Надо перекричать и догонялки играть. Может тут надо вот так быстренько. О, записку вижу. Записку надо подобрать, записку и убегать быстрее. Фу, я подобрал записку. Можно обратно в свою комнату идти. Там он второй раз, потому что меня не поймает. Блин, фига, он скоростной бег включил. Может, что-то...